четвертого года рождения, посвященного памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Владимира Карасева. Владимир Никифорович более 40 лет отдал развитию хоккея в Карагандинской области. Он воспитал целую плеяду спортсменов высокого класса, которые представляют команды Казахстана, России, ближнего и дальнего зарубежья. Под его руководством сборная Республики Казахстан дважды завоевывала звание чемпиона мира среди молодежных команд. Владимир Никифорович был одним из инициаторов возрождения профессиональной хоккейной команды города Караганды. Его мечты сбылись. В наш город пришел большой хоккей. А будущее большого хоккея – это вы, юные участники нашего турнира. Парад принимает руководитель областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по хоккею с шайбой Бунякин Сергей Владимирович. Супруга и дочь заслуженного тренера Республики Казахстан Карасева Владимира Никифоровича. Любовь Алексеевна и Наталья Владимировна. Слово для приветствия предоставляется супруге заслуженного тренера Республики Казахстан Карасева Владимира Любовь Алексеевна. Здравствуйте, дорогие ребята, гости нашего города. Здравствуйте всем, кто здесь присутствует. Мне хотелось бы поздравить вас с открытием этого турнира, турнира, посвященного заслуженному тренеру Республики Казахстан Карасеву Владимиру Никифоровичу. Ежегодно я и моя семья, мы ждем этого дня. Дня значительного для нашей семьи. И мы с радостью принимаем приглашение и с удовольствием и с радостью приезжаем сюда, чтобы посмотреть на вас, на наших дорогих гостей, на юных игроков. Какие же вы все красивые, сильные. И хочется вам пожелать удачи. Удача – это тоже самое главное в играх. Успеха вам! Отдельная благодарность и сердечные слова благодарности хотелось бы выразить организаторам этого турнира, гостям нашего города, тренерскому составу, судейской коллегии, техническому обслуживанию. Всем большое спасибо за то, что вы вместе с нами храните память о Карасеве Владимире Никифоровиче. Он этого заслуживает. Здравствуйте всем. Я рад приветствовать вас в Караганде. Поздравляю с открытием сезона годов 2015-2016. Хочу пожелать всем удачи и пусть победит сильнейший. Посвященного памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Владимира Карасева, объявляется открытым. Внимание! Республики Казахстан!
на протяжении долгих лет прошла спортивная и трудовая деятельность. Судье высшей национальной категории Станиславу Ивановичу Гухову. Уважаемые участники турнира, я вас поздравляю с открытием чемпионата Республики Казахстан первого тура, посвященного замечательному тренеру, заслуженному мастеру спорта Владимиру Николаевичу Карасеву. Владимир Николаевич Карасев, собственно, это как патриарх карагандинского хоккея. Это мой большой-большой друг детства. Мы вместе с ним играли, вместе росли. Он всю жизнь свою посвятил хоккею. И я хотел бы, чтобы вы, молодое поколение, продолжали традиции нашего казахстанского хоккея, карагандинского хоккея и других городов, чтобы выросли достойными, настоящими спортсменами, чтобы защищали честь нашей республики и всегда помнили и старались достичь самых высоких результатов в школе, в спорте и везде. Спасибо вам за внимание. Почти память в минутах молчания. Прошу всех встать. Главному судье соревнований.